что такое образ и мир, атмосфера, в котором происходит действие. Потому что это очень важно, очень интересно. Многие художники, так, мы не будем рисовать мир, атмосферу, мы нарисуем вот персонажа, они будут там как-то общаться. Но на самом деле очень интересно придумать и создать некую вселенную, абсолютно еще не существующую, но ты ее рисуешь, создаешь, и она становится реальной абсолютно. То есть люди ее видят, люди ее переживают, чувствуют, а она вообще как-то реальна. В историю, то, что ты делаешь, поместится, может быть, процентов 10-15 из того, что ты придумал. И только тогда вот эти вот 10-15% будут выглядеть убедительно, насыщенно, потому что за ними будет стоять гигантский мир, который ты придумал, как и с реальным миром, потому что мы же не видим весь мир целиком, мы видим только маленький кусочек. Но поскольку за этим находится гигантская вселенная, которая всем своим существованием вот этот кусочек наполняет, и мы смотрим, понимаем, что да, это реальное. Реальный кусочек, который мы смотрим. Я придумал какую-то коротенькую историю еще в Екатеринбурге про такой очень вот, ужастик такой детский. Вот, придумал такой персонажей. Ну и как бы как-то я так его и не нарисовал в итоге. Когда приехал в Москву, как раз появился издатель, вот с этой идеей я говорю, вот давайте такое. Он говорит, очень круто. Вот, и как раз я вот ходил все это время по Москве, смотрел новый город, все было очень круто, интересно. И в Москве у нас есть две основные вещи, которые там сразу поражают, это, во-первых, метро, и второе, это совершенно великолепное, которое мне очень нравится, это сталинская архитектура, так называемый сталинский ампир. И как бы здесь, вот это как-то немножко смешалось, один раз, кстати, вот молодой человек, который здесь присутствует, Ильёк, мы как с ним в метро застряли уже поздно-поздно, ночью, и ставилась картинка, сейчас выезжает уже последний поезд, но это уже не поезд, а уже такой самый последний поезд с уборщиками. Туда выходят такие роботы и начинают убирать все вокруг. Эскалаторы уже остановились даже, то есть вообще уже было все, мы не знали, что делать дальше. Вот. И вот оттуда родилась вот первая идея про метро. Вот. И, соответственно, город должен быть совсем фантастическим каким-то. Ну, каким фантастическим? То есть рисовать стеклянные здания, это скучно и неинтересно. А вот моя любимая сталинская архитектура как раз и начала воплощаться вот в какие-то безумные высотки, которые нигде не заканчиваются, нигде не начинаются, и уходят сверху вниз, в небо, и ничего не понятно где. И третий совершенно да, великолепный момент, этим летом горели торфяники, которые очень часто горят в Москве, и вся Москва была окутана туманом. Я такой хожу и смотрю, ага, классная атмосфера для комикса, вот, ничего не видно, все люди такие ходят в тумане. И отсюда как бы возникает момент, то, что как бы и транспорт не может, значит, ездить. И, соответственно, метро становится самым главным видом транспорта, потому что там хотя бы поезда не как-то могут ездить. И потом родилась идея с тем, что метро очень давно было передано в руки роботу, гигантской системе, которая управляет всем метро. И эта система потихоньку захватила, собственно, метро и начала уже управлять им сама. Вот из всего этого потихоньку как-то смонтировалась вся история, которую, в принципе, еще, наверное, можно где-то в Москве найти. Почитать. И немножко перейдем к деталям. Вы многие там придумали, я такая рисование, просто визуализация. Нет, не совсем. Рисование это как бы процесс мышления. И ты начинаешь рисовать, ты, может, еще и даже не знаешь, вот, что это будет и что получится в итоге. И вот конкретно, пока рисуешь, продолжается вот это креативное создание вселенной. И вот смотришь, слушай, ага, вот здесь что-то должно быть. Наверное, какие-то провода должны быть. Не часто уже везде висят. А уже в будущем то это будет совсем просто гигантское количество, причем половина из них будет уже забыта, зачем они нужны и куда они использовались. Появляются какие-то персонажи, какие-то крысы, которые там мутировали в этом метро. Вот. Ну и плюс еще здесь из деталей уже появляется вот на первой самой картинке, это что как бы, собственно, из чего состоит современный город, это дома и реклама. И естественно, без рекламы никакой город будущего мы не представить не можем. И поэтому я пытался его максимально помочь рекламой. Ну, автор мог бы побольше, конечно, пихать туда рекламы, но тогда, может быть, не видно было бы города совсем. Там очень смешные мы придумали рекламу с Пиклсом. Но антиспамовая система Доберман, она не только найдет спам и рекламу, но еще найдет и накажет рассыльщика. Прекрасная питательная масса давать для ваших биокомпьютеров. Ваш малыш будет работать в 2 раза быстрее. Вот, и примерно вот так создавался мир, и отсюда появляется какая-то вот именно интерес к этому миру. Не только как бы у меня, когда я его создавал,
Ну и большинство читателей и критиков сказали, что да, что вот очень такой пушистый, мохнатый мир получился, в котором очень мило и уютно жить. Собственно, детали — это очень важный момент, с которого формируется любой персонаж, любая атмосфера, и придумав много-много этих деталей, мы можем создать персонаж, создать мир. Но в данный момент мы можем дать о персонаже почти все. Мы здесь видим кучу-кучу-кучу деталей, гигантский анархистский флаг, кресло с одеждой, очень такой странной, и с оружием книги Бакунина, Че Гевара у нас висит на стенке, вот там Кропоткин бородатый. При этом по телевизору нам сообщают новости о террористических актах, которые кролики совершают против людей. Вот. И дальше, на следующей странице, мы наконец видим нашу героиню, которая террористка, которая действует против людей. Она устраивает террористический акт в магазине, не в магазине, а в фастфуде Макрэби, под названием Макрэби, где готовят кроликов. Вот. Но вот здесь мы видим конкретных персонажей, это, видимо, люди или невидимо, а люди, которые заготавливают этих кроликов. Ну, как они должны выглядеть? Ну, как повара, видимо, да, в фартуках, в перчатках, окровавленные. Ну, просто скучно, когда... Костя, думаю, что вот так выглядят повара. Ну, тоже, опять же, должны быть охранники. Я вспомнил, какие все-таки в нашей реальности бывают охранники, и понял, что там какие-то серьезные взаимоотношения у этих охранников происходят. Вот, собственно, их отобразился. Вот есть как бы молодой охранник, который моют полы, и деды-охранники, которые, значит, одним глумятся всячески. Когда проект вывешивался в метро, пришли охранники метрошные. Давайте это фотографировать. Сначала пришли охранники, вот такие самые обычные, все сфотографировали и убежали. Потом пришли охранники, уже одетые поприличнее, тоже долго стояли, ржали и радовались. Потом нашли, говорят, а кто художник? Я говорю, слушай, это круто. Продаешь? Я говорю, ну, может быть. Мы это сейчас покупаем, мы себя в подсобке повесим. И, собственно, вот в силу этих деталей, они как бы не загромождают пространство, но читатели понимают, что мир очень богатый, насыщенный, у каждого персонажа есть своя жизнь, свои интересы, свои слабости, свои влечения. И это как бы создает вот эту вот выразительность, убедительность. Я думаю, можно потихоньку перейти к персонажам как героям. В первую очередь персонаж, как действующий лицо, должен иметь несколько очень четких и внятных характеристик. Во-первых, он должен быть 100% узнаваемым. То есть, поскольку мы в истории видим его очень много раз, очень в разных ситуациях, в разных кадрах, и читатель должен ни в коем случае там не теряться, а очень четко и внятно сразу видеть, что это один персонаж, это второй персонаж. Вот. Ну, в данном случае у меня основной акцент был на волосы, но это как бы у меня был у тебя прием из манги. Вот. Второй момент, естественно, он должен быть каким-то необычным и интересным, потому что, собственно, скучный персонаж никому не нужен, он не интересен. Вот. И поэтому образ персонажа все-таки нужно рисовать так, чтобы он привлекал внимание, чтобы на него было интересно и здорово смотреть. Третий момент у читателя для того, чтобы он погрузился в историю и сопереживал, вот здесь как бы главная задача — добавить ему какую-нибудь слабость. Если человек Супермен, то что ему сопереживать? Ну так Супермен, как бы он так герой, ему все пофигу. Собственно, они создали Супермена, они очень сильно напряглись, ребята, после нескольких историй, потому что поняли, а что еще дальше делать? Он неубиваемый, он самый сильный, он летает, и все вообще такое. Всех спас, как бы, а что дальше? И пришлось им придумывать какие-то слабости у Супермена. И появился криптонит, которого, при присутствии которого он становится слабым, ничего сделать не может и так далее. И Стэн Ли, который это более поздний, я про американский комикс сейчас начал рассказывать, Стэн Ли, который чуть позже создавал персонажей очень много, которые это Спайдермен, X-Men и все, он как раз сразу четко заявил, что у любого Супермена должна быть слабая сторона. И создав эту слабую сторону, во-первых, он сразу становится гораздо более сложным, гораздо более интересным, и есть как им манипулировать. И во-вторых, читатель начинает переживать, он же знает, что у него есть слабая сторона. Если враг вдруг найдет эту слабую сторону, он же может обидеть нашего любимого героя. Вот в процессе истории мы должны как-то придумать и раскрыть именно внутреннее состояние персонажа, придумать ему целую жизнь. Мы не увидим в этой истории всю его жизнь,
но автор должен 100% знать, где он родился, где он рос, где учился, какие у него были проблемы в семье. И только тогда вот этот маленький кусочек, опять же, вот о чем я говорю, про атмосферу, будет выглядеть убедительно и внятно, и персонаж будет живой и выразительный. Должен присутствовать момент мотивации. Если он злодей, нужно понять, почему он такой злой, а почему он добрый. Ну, добрый хорошо, мы все добрые. А почему он тогда сражается со злодеем? Зачем? Зачем ему это надо? Пошел лучше пил, попил сквер, зачем ему воевать со злодеем? Ну, в данном случае, как бы, два персонажа, мальчик и девочка, у них две абсолютно. Они идут в метро. Девочка пишет диссертацию по поводу разных виртуальных личностей. А пацан идет только из-за того, что он поспорил со своими пацан-друзьями в школе, что он первый пойдет ночью в метро проведет. Вот мы четко абсолютно простраиваем всю эту схему, понимаем, зачем они пошли, почему они пошли. Вот. Ну, еще как бы такой уже совсем сложный момент, о котором там писал Достоевский, все-таки персонаж должен меняться в течение истории. И если он пришел в начале истории одним человеком, то в конце истории он должен стать другим человеком. Здесь совсем третий мир, это вот был очень такой интересный проект. Город Лодзь в Польше заказал истории про Лодзь. Когда я приехал, я понял, что я очень похож на Екатеринбург, потому что тоже абсолютно заводской город. И застройка абсолютно такая, вот, хрущевского типа. И там совершенно гениальный был момент. Они, видимо, начали дома разваливаться, стены заваливаться, они стали делать контрфорсы. То есть, вот как у церкви, ставилась вот такая вот... Ну, вы видели, что это средневековой церкви. Ну, в церковь, то все понятно, это как бы высокая архитектура, воздушная, и все. Когда такие вот контрфорсы начинают пристраивать к хрущевскому типа дому, это все начинает быть абсолютно космически. И вот на основе всего этого как бы я создавал некий мир опять, то есть атмосферу всего этого города. Ну, на первом кадре там было еврейское кладбище, тоже очень такой замечательный момент, то есть абсолютно старое, разрушенное, заброшенное. Но здесь просто можно посмотреть на персонажей опять, сколько я больше о персонажах говорил. Ну, такой очень мощный, внятный контраст. Мы видим, что да, один вот он несчастный, а тот счастливый, и приходит заказчик к человеку заказать ему там убийство. Вот. И там тоже был такой персонаж ведьма. Вот, и я так тоже долго думал, ну какая ведьма, ну что такое ведьма, это какая-то баба-яга там в платочке, с палочкой такая, со скрюченной, потом говорю, ну что-то скучно, я и так нарисовал, и сяк нарисовал, нет, ну что-то какая-то не баба-яга, не ведьма никакая ни разу. И потом понял, что ну все-таки ведьма должна быть, если она денег столько берет, должна быть нормально выглядеть, модно одеваться, ну и вообще быть, должна быть очень классная. Ну сейчас можно как бы, если какие-то вопросы есть, я с удовольствием отвечу. Какую композицию надо выстраивать? Вот хороший кадр, чтобы его разбирать. Она ему за деньги вызывает образ его умершей девушки. Правильно? Я на первый план ставлю атрибуты, которые нам дадут понимание того, что мы находимся не просто где-то, а мы находимся в каком-то месте, которое связано с какими-то сакральными, колдовскими вещами. Баллистические символы. То есть передний план абсолютно нейтрален, он просто нам создает некую атмосферу, а вот конкретно эта тень, которая здесь является ну, доминирующей, она создает этот конфликт взаимоотношений между ними. Ну и вот кинематографически отличный переход с общего плана на крупный план, и только тут начинает появляться как бы образ его девушки заказанной. Кино с камерой работаем, все время работаем с камерой.